Шеф! Чё это? Чё, не узнаете, что ли? Что? Ну не одноклассник же это мой, что это такое? А если это в коробочку положить и ценник 1500 за 100 грамм повесить? Да ну нафиг, это что, испанская ежевика, да, что ли? Да, прикиньте! Берите, берите! Да ну нафиг! Это кисляк какой-то. Голова даже кружится от него. Да это потому что натуральная, свежевозная. А, это не она, бля. Да она. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Ладно. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Привет. Привет. Кто такая вообще? Я Красная Шапочка. Несу пирожки своей бабушке. Да ладно, так да? Выросла ты. Да. Шеф, а вы с кем разговариваете? Как, с кем тут тёлка в костюме из шик-шопа? А что, не боишься, да, одного так в лесу? Да нет здесь никого. В смысле? У вас из-за ежевики, походу, глюки начались. Какие глюки? Что ты гонишь меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лепестков. Это не ежевика. Стопудово глюки. Ты что мне хочешь сказать, что я сейчас в лесу заблудился и меня еще и накрывает, что ли? Да. Ну это даже прикольно. Реально, не боишься вот такого? Смотри, а вот мы, если, например, хулиганы вдвоем. Ну и что? Я не боюсь, я так вас и жду. Так, руки убрал от нее. Нифига себе! Что там, что там? Тут, короче, вышел дровосек и говорит, руки убери от Красной Шапочки, прикинь. Блин, я все интересное пропускаю, я тоже хочу. Не трогай, не трогай, ты че, иди сюда, стой здесь. Ты что, не знаешь правила двух нариков? Нет. Правила двух нариков, когда один под кайфом, другой должен быть в адеквате. Красная Шапочка, как ты могла, я же тебя люблю. А я тебя нет. А как же та ночь? Это была всего лишь благодарность за убийство волка. Да ладно, блин! Да чего там рассказывать? Интересно же, ну блин! Прикинь! Короче, дровосек! Да. Дровосекс, короче, убил этого волка, короче, чтобы переспать с Красной Шапочкой, прикинь? Нифига себе, мне мамка дотуда никогда не читала. Никто никогда дотуда не читал! Держите меня в курсе! Ладно, стой здесь, смотри. Красная Шапочка? Так ты живой? Блин, я же тебя попросил не показываться ей на глаза. Вот ты запорол все, а! Вот это поворот! Да чего там, блин? Нифига себе! Говорите! Короче, вот этот дровосек, короче, он инсценировал смерть волка, чтобы переспать с Красной Шапочкой. Прикинь, короче, какая фигня! Все, короче, мне это все надоело. Да не жри! Тормози! Что ты делаешь, придурок? К чертям это нахрен правило двух нариков. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Шеф, у меня, походу, глюк с самого начала начался. Только ягода какая-то переспелая. Не, у тебя очень мощный глюк, даже я его вижу. Здравствуйте, лично. Я его начальник, вы пока с ним там покаляхайте, у меня свои приколы. Пирожки. Оно убрало от нее руки. Уважаемый, вы можете не мешать? Вы вообще-то только после килограмма ягод должны появляться. Ага. Ты этого дохлого видел? Ему одной ягоды хватит. Я просто с утра бухал. Так-то иммунитет у меня нормальный. Слышь, ты вообще что орешь на мою Красную Шапочку? Что она правила глюка вообще не соблюдает? Какие правила? Слышь, иди сюда. А ну чё? Чё? Тихо, тихо, мальчики, не ссорьтесь. Ушатай его. Ага. Ты вообще кто такой, а? Ты кто такой? Шеф, наши глюки ругаются. Чё делать? Ну, в принципе, мы и так с тобой не очень-то дружили. Давай смотреть дальше. Короче, слышишь, пойдем на поляну и там один на один помахаемся. Да, я тебе что, гладиатор драться, что ли? Засал! Ничего не засал! Ты что, гладиатор? Хорош, хорош! А нахрен, что такое? Успокоились! Ты кто такой? Кто? Глюк! Короче, на соседней поляне студенты грибов обожрались. У нас же в лесу нет грибов. Они с собой принесли. Пойдемте, их сейчас накрывать уже начинать. Я один не справляюсь. Я за Марка до Каскаса проканаю. Давай. А вы что, не пойдете? Не, я с тобой.
Надолго? Часа 4. Уходите, пожалуйста. Не. Пожалуйста. Ля-ля-ля. Пожалуйста. Ля-ля-ля. Коротко о 2020-м. Козел! Урод! Больной придурок. Знакомы? Как отсюда, но счастливая. ТНТ меняет правила. 2020 год не считается. Как будто ничего не было. Начинаем 2021 сразу с хорошего. Потрудитесь объясниться. С 1 по 10 января с утра до вечера смотри главные комедийные хиты страны. Давай, братан, отдыхай. Все новогодние каникулы смотри ТНТ. В эфире будет бомба. И тебе зачтется в новом году. И уносит меня звенящую снежную дорогу.